На таку враговатом с раннего утра до поздней ночи кипит работа. На въезде машины встречает лаборант. В мобильной лаборатории исследуют качественные характеристики зерна. В смену не менее 80 проб. За две недели хлеборобы Промагро намолотили более 6000 тонн ячменя. 5500 тонн уже отправлены в емкости на хранение. Дальше зерно отправляется на ЗАВы, на очистительные машины, затем транспортируется на элеватор, то есть закладывается в емкость. Зерно по влажности складируется отдельно. Если есть в нем необходимость, если не соответственно базовым кондициям закладки, то мы, естественно, его сушим до базисных кондиций. А на сегодняшний день просушили 545 тонн ячменя. То есть сушка еще будет, ну, порядка 200 тонн мы еще просушим. 70% посевной площади ячменя уже убрано. Впереди пшеница. На сегодняшний день собрано 1500 тонн зерна или 15% урожая. Работа идет в штатном режиме. Уборочная страда – это всегда мобилизует человека на то, что это же хлеб, это же наш стол, это наш вообще праздник. Праздник чувствуется, конечно, да, все спорится, все заинтересованы в том, чтобы убрать и сохранить, самое главное, сохранить и положить, чтобы на будущее.